но дорога всегда у меня была назад, домой. Никогда не соглашалась никуда уезжать. Когда у нас там начались такие события, которые повлияли на мою жизнь, я как раз, когда погиб наш ему коллега Карматулла, мы с ним были не просто коллегами, мы были с ним единомышленниками, и он много очень писал для меня, у него в планах было очень много, у меня остались просто слова, которые он мне дал, он сказал, вот сейчас читай слова, и я пишу музыку. И я как раз была в Казахстане на телемарафоне, когда по телевизору сказали, что он погиб. Я вернулась назад, мы поездом, я помню, возвращались, и Карматулла уже предали земле. И я вам хочу сказать, что на тот момент было как-то не очень хорошая обстановка в Душанбе.